Итак, всем привет! Вы на канале Кантона, и мы продолжаем играть в FIFA 17. У нас две продажи, в принципе, нормальных таких продажи. И давайте сейчас, я решил, давно не открывал уже, не покупал. Зайдем в магазин, в золотые наборы. И откроем не просто золотой набор, а золотой премиум набор за 7500. Ну что, готовы? Смотрите, монетки так и блестят. Поехали. Поехали, поехали. Открываем, смотрим. Давай, ничего. Блин, я честно даже не знал, что в каком Манчестер Сити играет какой-то Джесус. Так, ну что, это отправляем в клуб. Ну, это просто полная шляпа. Эмблему тоже продаем. Давайте посмотрим, вообще покупает ли эмблему Милана. Ну да, она тут за такие деньги, что, наверное, покупают. Это тоже продаем. Ну да, тут максимум, что можно получить, это, наверное, не знаю, 3000 вернуть каким-то образом. Больше вернуть здесь вряд ли получится. Джесус, я уверен, стоит недорого. Опачки, опачки. А Джесус-то у нас? Джесус-то у нас не подарок. Хох. Оказывается, Джезус-то у нас стоит больших денег. Поэтому мы его вот так. Слушайте, тогда можно и вернуть. Ну, повезло. Повезло с Джезусом. Так, давайте сейчас в трансферное окно зайдем. И там у нас есть один игрок, которого я случайно не выставил на трансфер. Ну и тем более есть те, кто, у кого уже прошли сутки. Слушай, ну не знаю, ну никак он не продается, этот Максим. Тоже как бы совсем за копейки-то продавать его не хочется. Так, ну все, набор мы открыли. И идем дальше. Продолжаем играть во втором дивизионе. Так. Давайте изменим расстановку. В принципе, у меня все свеженькие. Правый форвард наконец-то у меня посвежел. Все. Погнали. Ищем соперника. Итак, соперник найден. В какой-то непонятной красной форме. С итальянскими игроками. С двумя особыми нападающими. У него на воротах Буфонище. В защите Алвес. Слушайте, ну, состав боевой. Тут я ничего сказать не могу. Команда сыграла один матч. Салихард 89. Еще одно поражение, и старт можно. Давайте, Салихард 89 против Новосибирска 83. Игра, которая может. Погнали. Историю одной из команд футбола стадиона страны. Ну, как серьезно ты представил эту встречу. Ожидания действительно просто запредельные. Осталось только футболистам их оправдать. И вот мы видим состав хозяина. Перед нами классическая схема. Ну, сидит. Мане просто истребитель, а. Просто истребитель, который успел на добивание. Не зря поборолся. И Мане просто чудом успевает, а. Красавчик. Да, ну, я уже недавно в фудраф тоже забил гол на второй минуте, потом пропустил 7. Это может быть опасная атака. Найнгула. Удар. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Не прошла эта передача мяч у соперника. Муса Дембеле.
такие передачи. Отлично. Растягивают, разрывают оборону соперника. Вес. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Ну это пьявы. Попытка обострить игру. Жесть какая-то. Оливье Жиру. Дэниел Старич. Да куда ж ты отдаешь-то, а? Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Пауло Дибала. Сами Хедира. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Ну что ты делаешь? Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Сравнивать нужно! Здесь защита справляется, мяч отобран. Да ёб твою мать. Ренцо Инсини. И пробил! Какой шанс у Алекса Хантера! Спас от гола защитник, но... Ренцо Инсини... Да ёб твою мать, блядь, ну что вы выбить-то не можете, мяч? Ой... Идиотизм, кусок какой-то, а. Блядь, все стоят и спят, блядь. Никто мяч убить не может. Че зависла игра-то? Угу. Наконец-то очухался. Равный счет у нас, все заново начинается. Ой, да? Потому что здесь уже за Дота невозможно в этой лиге играть уже, ну реально, без сердца. После ответного мяча у нас 1-1. Дембеле. Уэйн Руни. Крис Смолин. Дэниел Старич. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. А сейчас вперед можно выйти. Жру, забит этот гол. Дибал. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Команда гостей получает от тренера указание поймать в офсайд игрока. Надо сказать, достаточно рискованный маневр. Салах. Джорджо Кьеллини. Лейтон Бейнс. Посмотрим за этой атакой. Хедир. Лоренцо Инсини. Оливье Жиру. Может получиться интересная атака. И этот Вейнс навешивает. Защита справляется. Лоренцо Инсини. Ну все, жесть, побежал. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хотел тонко сейчас сыграть, но где тонко, как известно, там рвется. Он просто не заметил оппонента. Блять, а почему не свисток? Почему, когда я так делаю, мне все время свистят? Лоренцо Инсини. Не знаете? Мяч потерян, отличный перехват. Вратарь забирает мяч. Раджа Нангула. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отлично сыграно. Надо решать. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Раджа Нангула. Без всяких усилий. Вообще шляпа какая-то, просто полная, блядь. Что это такое? Неплохо, блядь, что ты делаешь? Отобраны, что дальше? Дембеле. Это может быть опасно. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону.
отличный пас в разрез. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Антони Марсиаль. Да ёб твою мать, что ты делаешь? И вратарь забирает. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Тут может что-то получиться. Мяч летит в сторону ворот. Ну, что-то вату прокатал. Нужно забивать и выходить вперед. Блять, ты что, дебил, что ли, блять? Первый раз мячу. Просто бред какой-то, блять. Последняя минута идет, ну чё? Ну что же, интересный тайм, обе команды как-то. Вообще пиздец какой-то, блядь, просто. Я не знаю, блядь, я ничего не могу сделать, блядь, ну... Итак, замена, футболист покидает поле, и болельщики... Ну, ничего такого соперник не показывает, играет по-обычному, я, блядь, херню страдаю, блядь. Это может быть опасно. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Красиво сыграно. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Да ёб твою мать. Валенсия. Атака продолжится через фланг. Отличный навес. Антони Марсиаль. Сидит, а. Вот это мяч в воротах, а. Марсиаль. Да, от земли забил галешник. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Просто идеальная передача была тут. Хочешь, не да вообще идеально. Просто да, идеально. Выложил мяч буквально на блюдечке. Вот смотрите, поймал момент, пробил, и вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Юрген, ну у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробиться второго этажа? Да что ж ты будешь делать-то? Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Хорошая подача, но защита на чеку. Это может быть опасная атака. Какой перехват! Восторг! А мяч уже у соперника. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Игрок бросил мяч, не стал ждать ни секунды. Джейми Варди. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч у защитника, да он сыграл надежно. Мать. Гамшик. Да это фол. Судья дает продукт. Ну там фол. Так, свисток мы слышали. А что наверняка дальше? Еще как решение примет арбитр? Ну, повезло, что не дали. Пошли последние полчаса игры. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Ну сейчас, ну вот почему ничего не было? Команде. Я вот не понимаю, ничего не было. Почему тогда мне все время дают всякие желтые? Отлично сыграно, надо решать. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Жан-Луиджи Буффон. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Может получиться интересная атака. Надежно играет защитник, атака прервана. Дэниел Старидж.
соперника к воротам и ждут свой шанс. Ну! Да есть же она! Сидит! Джимми Вайли просто расписался на сетке ворот соперника. Блять, смотри, что сделал, а. Блять. В одно касание меня раскидал. Смотри, что делаю. Вообще какой-то капец. Вообще не дал его закоснуться мяча. И вас обратно. Скучновато. Это может быть опасно. Есть шанс. Да как сейчас ты не забил? Твою мать, ну то же самое. Вот сейчас забей. Отличный пас. Дэнни Старидж. Сейчас блять. Они были к тому, чтобы повести в счете. Без всяких ёп усилий перехватывает мать игрок этот мяч. Мохаммед Салах. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Дэнни Старидж. Потеря. Не прошла эта передача мяча соперника. Посмотрим за этой атакой. И пробил. Да твою мать, блядь. Блядь, ну почему так не везет, а? Лоренцо Инсини. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Ёп твою мать, блядь. Как он обращается? Салах! Вот это удар! Пиздец, блядь. Это момент! Ой, прекрасная игра. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то. Ну какой-то пипец. Да, концентрация. Чем еще можно объяснить вот такую бальярность действий? Очень результативный у нас сегодня матч. Розыгрыш с центра поля уже пошел у команд в привычку. Тут может что-то получиться. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Забивать нужно! Сами Хедира! И... Сука, тупизм, блядь! На удары низом голкиперу всегда нужно реагировать так, как нужно, вытягиваться буквально в струну. Вы знаете, если вратарь будет так играть, то кажется, его и заменить могут. Он просто идиотизм, блядь, повел, блядь, пиздец, блядь! Очень неуверенно играет. Без обороны идет игра, 5-3. Один отыграть можно, вколачивай! Да что за бред, блядь? Смотрите, вратарь бежит в штрафную площадь соперника. Удар, опасно! Блядь, повел 3-2 и проебал 5-3. За минуту 3, блядь. Ну что это за бред, блядь? Давид Луис! Хороший обзор. Он бьет. Блокирует защиту, удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч. 3 минуты добавлено к основному времени. Отлично сыграно, надо решать. Надо забивать! Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Классный отбор, молодец! Джейми Варди. Я не понимаю этого, блядь. Но именно сегодня у нас такой случай. Ты, блядь, пиздец какой-то, блядь. Ну что, недостатка голов сегодня у нас не было. Обе команды показали удивительную результативность. Да, этого не понимаю. Это была игра нападающая. Думаю, им не в себя. Это бред, просто бред. Полнейший бред. Забил за Варди на 69-й минуте. И потом просто дуплетом напропускал голов, блядь. Просто вот здесь не сравнял, опять мог забить, блядь. Не забил, не вышел вперед и напропускал, блядь. Просто из одной точки, блядь, все. Через одной точки, блядь, приходит, блядь, в 3 метрах от ворот, блядь. Просто пиздец, блядь.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, блядь, вообще, блядь. Ставьте залайкайте, просто залайкайте это, блядь, и все. Это позорище-то. Да.